Мирным жителям ДНР и ЛНР приходится выживать в условиях экономической блокады и постоянных бомбежек со стороны украинской хунты. Гуманитарный батальон «Новороссия» под руководством Екатерины Губаревой совместно с волонтерами продолжают доставлять помощь жителям Донбасса. В первую очередь в ней нуждаются дети. Сегодня гуманитарный груз доставили маленьким жителям поселка Старомихайловки, Лидиевки, Бирюзово, микрорайона Абакумова. Сегодня для жителей поселков Бирюзово, Лидиевка, Абакумова, Старомихайловка по адресу Дагестанская, 52, проходит выдача гуманитарной помощи для детей до годика. Эта помощь пришла сюда благодаря фонду Екатерины Губаревой, гуманитарному батальону «Новороссия» и жителей России. Поселки Абакумова, Лидиевка, Бирюзово находятся фактически на передовой. Поэтому люди не могут себе позволить купить некоторые продукты питания, в том числе и детские смеси. Выражаем огромную благодарность гуманитарному батальону «Новороссия», который в это неспокойное время продолжает оказывать помощь простым мирным жителям. Также в помощь в виде детских смесей от неравнодушных жителей России торговой марки «Бабушкина лукошка» была передана в Центральную городскую больницу номер 24 города Донецка и в отделение патологии больницы номер 6. Раздача гуманитарной помощи будет продолжать осуществляться. Всех нуждающихся просьба обратиться в пункты выдачи. Просим жителей, которые находятся недалеко от этой больницы, приходить и получать это детское питание. Для получения детского питания необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и ксерокопию паспорта одного из родителей. Ну, что вы заботитесь о наших детках, особенно брошенных. Мы очень вам благодарны. Спасибо. Мы тоже вам благодарны за то, что вы в такое время остались на работе, не покинули город. Это тоже очень важно. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Русские своих не бросают, протягивая в очередной раз руку помощи.